Ох, я 300 секунд. Чё, да, нормально. 10 минут фристайма, это хорошо. Да не, они сейчас быстро начнут его. Прием. Так, у нас. 141 один ты вроде. А, ДВшка. 35-1. Комсор, проверка связи. Код проверка связи. Шквал, прием на два. Не слышал тебя, Мустан. Да я знаю, я по ДВшке общался. Понял. Снимайте херню свою. Блять, патронов мало, блядь, пиздец. Кого размахивает скейт? Давай побегаем, может тут в ящик еще лежит. Давай пойдем туда посмотрим. Альфа 2-3, собираем короче северный угол здания. Казар. На крик все быстро, сделайте на крик. Макрик. Вон там тачки стоят. Тачкама? Перевязочный пакет пригодится. Report position. А это ты что? Ну чё, вы определились, как вы будете? Ну сейчас мы... Пил. Зыгане Хантера зарубали. Бояк, комсорг и код в здание. У каждого по две или распределить. Ветер, два шквал. Давайте ко мне в Мустанг сюда. Рядом с точкой дня, к счастью. Ветер два шквал. Давайте сюда. Казарм. Там где ты находишься? Казарм. Большой склад, где большой, давай. Варф-Ников, ты где? Да спиздишь, что ли? У Казарм. Спиздить. Варф, ты куда побежал? Так я не побежал, вот сейчас выхожу на поле. Вообще, вы где? Вернись на базу. Кто поможет? Хорошо, в казарм. Кто поможет этот пулемет? Снимай. Вау, вот эта тачка. Крутая. Цыгане разворовали, сволочи. Банальный скрипт пока за них. Блин, у меня помощника нет. Квал. Ну ладно, фиг с ним. По-моему, наши кемпы немного обворовали. Ветер один, ветер два. Это шквал, а ты кто? Так, давайте. Ветер один, ветер два. Окей, давайте сбор возле был. Туалета. Туалет. Обозначь себя. Где же еще, как не у туалета? Ника, снимай шлем. Ты наш шампер? О, куда еще раз? Все, Никра лысый, я лысый. Я тут сортиром. Ты не знаю, сам. Кто-нибудь видел второй, этот самый? Блян, ты же им подаваешь. Да не надо, блин, успокойся. Сколько день, как? Ну надо, блин, боишься, что ты что-то. Конечно, командир без нас, хотя сам первый. Какой-то отличительный знак мы придумать. Я в очках, вот он, смотри, в очках. А, в очках, точно. У него сзади висит колебель, ёпта. А вы знаете, как вы игру? Рация у тебя сзади. Игра, задай, короче, куда бежать. А, понял, всё. Так, бояка, комфорт, код. Входы заняли? Нет? Ветер один, давайте, готовьтесь, ветер два за мной. Игра. Альфа 2-3, зайдите все в казарму. Так, два человека вон туда, вот на ту вышку, наверх. Первый пошел. Опа. Я не говорите. Кто пошел на вышку, говорите, Ники. Алекс на вышке с пулеметом. Так, комсор. Комсор, подойди. Варк Никра, понимаешь? Да. Никра. Так себе позиция. Да, херовая позиция. Тут, блин, втроем не развернуться. Меняем позицию. Да вон там ребята смотрят. Три секунды. Здесь они не пройдут, вот здесь не пройдут они. Здесь не пройдут нормально. А ну пойдем. А чё, получается, два пулеметчика тут? Варк, Никра, ты где? Два... Никра в казарме.
говорю, Никра. Варк, иди в казарму. Отдать мне команду. В казарму иди. 2-3 в казарме. Вон, казарма. Код выйди на связь. Стой. Где казарма? Написано казарма. Белая. Подожди, говорю, Варк, подожди. Я понимаю, что ты дохуя сейчас пиво выпил. Давай говори в темспик и держись рядом со мной. Рядом со мной стоишь. Никра уже там. Там это где? Миссия началась, ребята, вы стоите в открытом пространстве. Вирк. Варк. Все. Варк. Это казарма? За мной, за мной. Это гараж. Это гараж. Это гараж. Ладно, давай, Варк, давай за нами. Так, Гильза и Варк. Варк, ты где? В казарме кто-то. Варк. Палец соскочил. Варк, прием, это Никра. Да. Все, иду в казарму, так называемую. Все. Давай, в казарму уже не надо. В туалет кто-то. Иди, Варк, иди туалет охраняй. Важное задание. Эти машины надо держать. Ну что, вот эту вот будем здесь держать тогда, да? Ну давай уходу здесь тогда тащим. Давай, вот тут вот один, наверное. Вис, вот здесь садись, и так вот вход держи. Хорошо, вот так всё. Вот прям. Только не высовывайся, он туда, смотри на башню, хорошо? Понял. Это уже злоко. Чтоб тебя оттуда было как-то не видно. Вон ту башню смотри. Там на башне есть кто-нибудь из наших? Да, да, есть. Тут два пулеметчика на башне. Кинза, вот тут вот сядь и вот туда сядь, да, на вот ту машину, короче. Кто будет забегать, блядь, вот так вот прям сядь. А ты кто? Второй пулеметчик. Вот так вот прям, вот здесь вот, смотри. И кто будет забегать, да, нахер, блядь, вали сразу. Свой, чужой, потом будем разбираться. Шквал, говорит Мустанг, мы заняли позицию по периметру базы, все входы и выходы заблокированы с правой стороны от базы, так что кто будет входить, лучше предупреждать. Идеальнее всего просто засесть и никто, чтоб не двигался. Докладываю, говорит Мустанг, мы стреляем на поражение. Около башни грузовик, этот, пикап с пулеметом, это наш? Да, наш. С башни один человек упал. Плюс один. Печальное известие. Все, прям пару пива выпил, прям уже все там, давай. Да ладно, тебе успокойся. Никак, куда побежал, видишь? Смотри, значит, реально накатило, раз обиделся еще на это. За это туалет надо охранять. Двери, кстати, кролики открывают. Памятный. А, ты мне сказал тогда. Змеи тоже вроде могут. А у них есть. Да ладно. Да. Так что поэтому я попрошу. Значит, не закрывать. Блин, там на башне, конечно. Да, для снайперов, блин. А у нас снайперов нету, да? Да, вроде были. Нету. Ну как он с башни красиво свалился вообще? Кто? Да там кто-то с майда, что ли? Не должен быть. А он из пулемета ушел. Лутать, наверное, пошел, с башни свалился. Война войной, а полутать всегда надо. Успеть. Да, консервы там. Поет. Мы против зеленых играем, а у них пушки, да, нормальные уже. У нас лучше, у них на более короткую дистанцию. Да, у них зато скорострельность лучше. Ну да, если они в ближнем бою подойдут, тогда нам сложнее будет. Ну мы тут сидим под ближним боем. Короче, пока не дает, я думаю, можно вообще вздремнуть пойти. Ну да, согласен. Да не, остров маленький, все произойдет очень быстро. Быстро, я да. Я пошел вздремнуть, ребят. 4 километра до них вообще-то, это ни о чем. Сидите там все.
Горилла, ты куда убежал? Хотя бы половине из нас помочь товарищам. Там я здесь, на подходе. Прилетает РПГ, и мы с тобой оба. Да нет, будет тут, блин, РПГ, успокойся. Они уже здесь, рядышком. Они сюда. Во-первых, чтобы РПГ сбило хоть одну вот эту вот херню, надо, блин, две РПГ минимум, я думаю. Потому что одна по-моему. Да не, грузовик одна хватит. Да. Конечно. Посмотрим. Тут даже подсольников может несколько хватить иногда. Алекс, а ты где? Смотрите, посмотрите на карту. Будут метки о подходе врагу. На зеленый. Да, есть. Есть метки, просто если есть тачки, то я могу поймать, если что, с этого лава. А кто? Тигра, кто побежал от тебя? Это чуваки, они отлагали, прибежали в тебя. Понял. Не наши. Херово, блин, что они убежали от тебя. Так получается, всего, мы сейчас не лагали, они лагали. С запада или с юго-запада. Давай от ПДВ, ребята. Северо-запада, мне кажется, пойдут бот. Да. Там КамАЗы три идут, короче. Так, говорю вам, что говорят не ПДВ. Три КамАЗа едут без никого. И плюс еще едут, летят вертолеты. КамАЗы вообще там только водители, без никого, они пустые, их не атакуют. Вертушка где-то будет здесь. На карте страйдер замечен. Вижу. Слышу пальбу. У маяка какая-то птичка летает. Так это этот разбившийся наш. Очень за. Приготовься, ну лава атаковать. Аккуратно. Пять. Ага. Мне уже передали. Готовься. Райдер взорвали. Да. Алекс. На связи. Чего не отвечаете? Ты сейчас спросил Алекса, я ответил. Чего там? Что тут у тебя? Ты чё один? Ты же с гориллой был. Я не знаю, куда горилла делся. Горилла говорит, Мустанг, ты где? Я здесь внизу. Принял. А где ты внизу? Что-то тебя не видно. А, вот он ты. Ты псы, аккуратно. Может тебе на вторую вышку, ну туда вот на всякий случай сесть. Да, я очень беспокоен, наверное. Давай, только аккуратно, горилла, хорошо? Спрячься. Горилла, докладывай все полностью, что видишь. Ветер 1, ветер 2, приготовьтесь. Где-то на подходе враг, надо будет быть внимательным. Кинза, я за тобой. Окей, я сижу, слушаю. На башне есть кто из наших, нет? Есть. Да, есть. Под башней джип с пулеметом. Да. Офигеть. Я плохо, что нас слышит. Давай на шепот и по рации, ребят. Да. Я даже с казармы слышу отсюда иногда. Кто на крики. С казармы что слышишь? Ну, те, кто на крики в казарме, там кто-то разговаривал, слышно было. Прикольно. Приличное расстояние такое.
Да чё, у меня все очевидно, у меня эти люки закрыты, значит я тут уже сижу. Это вы можете на шоба перейти, чтоб вас не пропалили. Да мы сидим под периметру, нормально. Что там по ДВшке? Передают что-нибудь хорошее? Говорит по ДВшке, что могут пойти они на лодках через море. Алекс, смотрите правую сторону лодки, хорошо? Вот. Принял, я тоже что-то так подумал. Там еще строится. Данила, тоже смотри. Смотри море, хорошо? Смотри. Команда в здании, открылась дверь. По базе кто-то пробежал сейчас. Да это Мустанг вроде бегает. Нет, нет, не я. А кто у нас с рюкзаком бегает? Не знаю. Ну это свой агент. Мустанг, это ты бегаешь, Мустанг, это ты бегаешь сейчас. Вот здесь. Да, я рядом, кто здесь? Один пен с рюкзаком бегает, по-моему, с ДВшкой или просто рюкзак. Запад открылась дверь, пробежал человек. Закройте дверь. Закрой дверь с той стороны. Жаль, у меня бинокля нету. Взрыв гранаты на западе. Слышь, подсольник по мне, по Алексу входящий. Так, ребята, к нам подходит Мустанг. У нас с юго-запада примерно. У нас контакт. Примерно с юго-запада. Примерно с юго-запада контакт, говорит Мустанг к вам. Да. Данила, кто там? Подходит ко мне Мустанг, смотри. Не могу доложить, не знаю. Кинзазу, походу, сняли. Да, да, да. Вон там, в углу, в углу, в углу. Граната, может? У нас контакт, контакт, на базе враг, два человека. Граната. Я снял, снял, снял. Отлично. На базе одного снял. Аккуратно, вот тут, подожди, горилла, вон там вот ляг, вот где видишь, охотник, вот прям за охотником где-нибудь ляг и пали этот вход. Вас кинзу сняли, ребята, держим позиции, Алекс, смотри, держи аккуратно, с левой стороны
Мустанг на северо-западе бегут группы людей. Это спроси ПДВ, это наши возвращаются или нет? Северо-запад, говорит Мустанг, наши бегут или нет? Наши. Принял. Говорит Мустанг, принимаю вас. И никого на горизонте. Алекс, что там у тебя, никого, да? Только вижу наших, как они отступают. Да, наблюдай. Принял, наблюдаю. Никра, пошли одного-двух бойцов по периметру проверить периметр. Вертолет слышу. Северо-восток вертолет. На юго-востоке один приземлился за казармой. Что происходит? Место. Ебать, они что, прям сюда сели? Казарму кто открыл? Да. Да. Еще один вертолет заходит. Этот за маяк вылетел. Вес, Никрон, ты на связи?
Микро на связи. Есть потери у вас? Ну, я жив, постоянно должны быть. Гильза, на связи. Гильза, на связи. Остальные четверо должны быть в казарме. Казарма 40. В казарме заходит вертолет. Вертолет сел на 120, ожидайте оттуда противника. Я так понимаю, мы их нехило накрошили. Да, видимо. Похоже на своих. Само собой. Альфа 2-3. Мустанга убили. Алекс на связи. Альфа 2-3. Извиняюсь, 4-3. Гранатомет примерно с 240 бил, 240-250. На 265 гранатометчик на холме.
уже тебе так не понравился. Гаденыш. Кто-нибудь с биноклем пропалите 260-270 холмы. Может, там еще кто есть. Кто-нибудь с биноклем на 260-270 пропалите холмы. Может, там еще кто есть. Алекс, это ты говоришь? Алекс. Ты на вышке? Да. По мне гранатометчик оттуда сейчас стрелял. Но его, походу, накрыли. Проникновение в здание. Возьми бинокль на земле. О, благодарствую. Смотри с вышки. Отлично, то, что нужно. Благодарю. А, вынесли тебя. Алекс, сходи на холмы. Принял, занимаюсь. Жив. Жив, цел, орел. Микро, ты живой? Так точно. А что там с проникновением в здание? В регистрации? Не знаю, не власти. Без надобности. Спасибо. Сам виноват. Стучаться надо. Иду закрывать дверь. Вот бинокль нашел. Где же вы зеленые, где же вы, где? Да. Вокруг базы, на базе своей. Много. Что осторожно с целями. На 255 кто-то ползает из зеленки. Вроде свои. Победа, говорю. Господа. Отлично. Хоть раз выиграли. Пацаны, ловчи, ребята.